тебе по предложению, кому ж до повелевы и вечных, твоим благ воздаяние сим даруя, и же вдовы по силе приношения благоугодно приемы, прими ныне принесенное от рабов твоих тех и о вечных твоих сокровищах возложитеся сим подобие дару им, и мирских твоих благ обильного восприятия со всеми полезными ему, якобы весовися твоими, прославися твое царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Благословляйся, освящайся, приношенися, окрепление воды все священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляйся, освящайся, приношенися, окрепление воды все священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляйся, освящайся, приношенися, окрепление Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Ага. Вот этот батюшкина чашка. Ага, имейте в виду тогда. Удиви нас, Господи, благослови молодые дети. Удиви нас, Господи, благослови молодые дети. Удиви нас, Господи, благослови молодые Я просто напомнить только хотел. Лето уже, как говорится, пошло кубыли. На вторую же половинку перевариваем. Вот. Зима будет несомненно. Кто в этом сомневается или нет? Никто не сомневается. Дров еще нету. Надо помаленьку, братья, как-то заготавливать дрова. Давайте. Дров полно везде. Нам Господь уже свалил все, только нам осталось распилить. И все. Заготавливайте. По 2 кубометра каждый, значит, надо привезти. То есть у нас должен быть полный травяник заполнен дровами. Вот это я хотел вам напомнить.
Но там на покосе полно свалило. Везде полно. Это время, когда там везде работа есть там. И говорится, когда ты выбираете, помаленьку надо уже готовить. А то не успеете высохнет, сырые дрова будут. Все. Да, еще я, подожди, сейчас еще дополню, скажу. Значит, в воскресенье в это я не буду, буду я в Томске. Значит, дочь у меня замуж выходит, племянник женится. Духовная дочь. Вот, венчать, значит, там будет таинство брака совершать. Будет. Поэтому просим ваших молитв, чтобы Господь умудрил и уразумел, как правильно все сделать. Хорошо. Так, просьба одна очень большая. Из Германии Наталья. Тихо. Она, ну как сказать, живет невенчанно, сожительствует с сирийцем. Раньше он хотел отпустить ее в Россию съездить, сейчас не отпускают. Ей очень трудно. Она просила передать батюшке, он знает, слышал, фамилия Усатая, чтобы все помолились. Как-то Господь разрешил ей это. Мне кажется, двое или трое детей. И она ничего не может сделать. Он не работает. Там платят на детей столько, что можно не работать. Ему это нравится. Наталья. Помолитесь.